следующий матч у меня еще год остался. Один. Сколько? Последний матч. Последний. Сколько там? Было 75. 75. Вот таковы правила. Секундант опоздал с выбросом челленджа. И протест не рассматривается. Экшен! Впрочем, сейчас консультация. На руках! Сосик! Она села! Она села! 15 секунд прошло. Времени победа. На ковре В победу одержала Оксана Гербий. Две осталось. На ковре В боксерской категории до 69 килограммов. Надежда Мушка, Алла Черкасова. Выведи. Еще пододергивай, Дергай. Следующий там. На ковре А в красном треугольнике выступает Рахмет Гурбанзадеев, Азербайджан, город Баку. Ей 20 лет, 5 лет занимается борьбой. Призер первенства мира среди молодежи. Участник чемпионата Сирии Гран-при в Баку. Юрий Ткач борется с сирийским кубком. Юрий, 25 лет, 12 лет занимается борьбой, тренер Пескун и Кадутка. Юрий Ткач, участница Олимпийских игр в Лондоне, сильное место, чемпионка мира 2014 года, двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка Украины, чемпионка Украины. Стоп! Победительница международного турнира в Швеции. Ввиду технического превосходства победила Юлия Ткач, Украина. И счет становится 3-3.